Видел, как ты заселялась. У тебя много вещей. Ты надолго здесь? Эй. Ты глухая. А ты разве не должен готовить комнату к сдаче? У тебя почасовая оплата? Так значит, это ты по коридору рыскала? Я не рыскала, а вот ты меня преследуешь. Я лишь хотел представиться, но у тебя такой гонор. Я поняла. Ты из тех людей, кто нарушает правила ради призрачной иллюзии контроля, я угадала? Возможно. Так ты крутой. Ты так не считаешь? Сдать свою палату друзьям для секса – это отвратительно, так что нет. Не любишь секс? Нет, я люблю секс. Я люблю секс. Секс – это хорошо. Ха.